Хейо, гайз, с вами Шамики, и мы продолжаем пройти игру под названием Sonic. И это у нас зона пружин. Если... О, это где раки пуляют. Это там, где раки пуляют. Тут в тебя шары. Ту-ту-ту-ту-ту. Вот это очень такая яркая локация. И если я не ошибаюсь... Такая у нас была в Sonic Mania. Вообще-то в Sonic Mania собраны все уровни, которые были самые прикольные. Поэтому мы много уровней с вами встретим, те, которые были в Sonic Mania. Это что было за подстава? Ту-ту-ту-ту. А можно обратно его? Ну и ладно. А, вон что это за... За хрень. Так, нужно по землю смотреть. Ту-ту-ру-ту-тун-тун-тун-тун. Ну, музыка классная. В этой локации. Я прыгать не мог. Чем подвох? Так, тихо, туда можно запрыгнуть. Или нельзя? Ладно, это чисто секретное место. Но это, мы знаем, что эта херь может легко раздавить. Все это знают. Я хочу наверх. А, это типа, я понял, вторая дорога, которую я мог пойти, если типа... Мне нужны кольца. Thanks. Так, а теперь вопрос, как я это сделал. Окей, мы прошли. Ну, в принципе, 3 минуты у нас ушло на данную локацию. 3.27. Вторая зона. Ну, слушайте, по 10 очков... получать не такое. Ух ты, ё-моё. Кайфно. Да-да-да, давай, лучше... Тупое место, где могут раздавить. Почему оно такое одинаковое? Почему оно то же самое, как и в первой? В точь, в точь. Тут тоже дырка есть? Походу, да. Ну ладно, почти то же самое. Но здесь довольно долгий промежуток.
Музыка классная здесь. Ту-ту-ту-ту. Сам уровень, но... спорный на самом деле. Ладно, мне нужно вниз на самом деле. Спасибо. Не, здесь очень много можно себе набить очков. Но мне нужна была сфера. Которую я проебал. Ну а я не проебал, а просрал, да? Круто! Тю! 2.27. Не, знаете, вот чем был Sonic Mania прикольно? Что там даже в некоторых обычных уровнях были мини-боссы. Ну, здесь уровни очень одинаковые. Главное, чтобы не раздавили. Так, крабики, давайте вы мне спокойненько хоть одну монетку. Благодарю. Не повторяйте такую вещь, что я только что сделал. No. This hard, guys. This seriously hard. What I didn't, what I didn't. This no believing. Еба, я пролетел. Так, а теперь главное... Не, я могу, в принципе, делать так. Да и все, я заехал туда, куда мне надо было. Ну да. А нет, смотрите, ну я. Коробки сраные. А, то есть это типа на время? Мне кажется, я мог бы туда попасть, там... Крабик телепортнулся. Скорее всего, я мог бы туда попасть, там что-то было бы. Фак! Крабс. Мистер Крабс. Sorry, мистер Крабс. What are you doing, мистер Крабс? Hi, Крабс. What are you doing? Fuck you. Motherfucker. Thanks. Fuck. Thanks. Fuck. Thanks. Ну, я благодарю только из-за того, что меня подкинули. То есть, по плану я ничего не потерял. Монетку я вернул. Долгие уровни. Давай.
Почему мне не нравятся эти платформы? Ох, как не нравятся. А это не знаете, намекает, что что-то будет херовым дальше. О, я вспоминаю эту локацию. Ай. А заметьте, что я допрыгнуть не могу. Ну тут, короче, пока он приземляется... Бля, у меня хп нету. Все. Надо было сразу от удара делать, чтобы все блоки хотя бы были. Окей. Изи. Изи. No money, I win. I win. Ну что, давайте тогда, я думаю, на этом мы с вами закончим. Поэтому... Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.